Эй, йоу, с вами Кинг, Кинг-Кинг, но не Сара. И сегодня я снимаю самое запрашиваемое видео на данный момент о том, что же мне подарили на мой день рождения. Я знаю, что вам интересно, и я сама очень люблю смотреть такие видео, поэтому давайте не будем тянуть и приступим. Все говорят, я Кинг, но не Сара. Начну я, наверное, с подарка от моих родителей, но если вы подписаны на мой инстаграм, то вы уже знаете, что они мне подарили. Но для начала покажу вам свою реакцию. Итак, я открываю подарок от своих родителей. Если честно, я не ожидала, что они мне что-то подарят, потому что, ну, у меня и так очень-очень много трат на празднование моего дня рождения, но они мне все-таки положили подарок, и сейчас мы смотрим, что там. Если честно, у меня даже нет предположений. Какая красивая упаковка. Я боюсь. Я тоже боюсь, Сара. Любимой дочери, свети всегда, свети везде, до дней последних до конца, свети никаких гвоздей. Вот лозунг твой и солнце, твои мамы и папа. Я боюсь. Я тоже боюсь. Можно Сара откроет? Знаете, как будто бы мне это подарили. Сара, не знаю, там пакет, Сара. Зачем так делать? Сара, мне страшно. А, я не могу, нет, не открывай, Сара, я не могу. Я думаю, это телефон. Я не знаю. Прошлый день рождения. Я не ожидала вообще. Че ты плачешь, Сару, не плачь. Я не хотела, чтобы они мне подарок дарили. Да, мне подарили новый iPhone 11 Pro Max, и я правда вообще не ожидала. Я не думала, что мне подарят хоть какой-то подарок, тем более вот такой вот дорогой, потому что мои родители и так очень много делают для меня, и я не хотела, чтобы они тратились, потому что ушло много затрат на само празднование дня рождения, а именно они мне помогли финансово во многом. Поэтому я была, мягко говоря, в шоке. Я очень благодарна своим родителям, потому что они понимают, что телефон для меня это как рабочий инструмент, и без него моя блогерская деятельность не может вообще существовать. Поэтому, мама, я знаю, ты смотришь это видео, поэтому спасибо вам с папой огромное. Ну а теперь приступим к подаркам от моих друзей. И, как вы знаете, я праздновала день рождения, на него пришло около 50 людей, и большинство это были мальчики, поэтому... Очень много кто подарил мне просто деньгами, да и не только мальчики, и девочки, поэтому у меня очень много конвертов, ну, как бы, поэтому идем дальше. Начну я, наверное, с вот этих вот пакетов, потому что из них легче и быстрее будет вытащить подарок, а в конце будет самое интересное, два запечатанных подарка, в которых я понятия не имею, что там, и они оба от моих самых близких и лучших подруг. Подарок, который я получила самым первым, прям 0-0, от двух моих лучших подруг, и это сертификат на... посещение массажа. И если честно, я не помню от кого подарки, потому что я просто на автомате их брала, сразу отдавала маме. Честно, не помню, кто что дарил, поэтому простите. Следующий пакет вот этот. И тут у нас лежат духи. А, не могу открыть. А, чуть не разбила. Короче, вот такие духи. И еще тут лежит такой вот пакетик. И ура! Это золотая подвеска, потому что у меня все мои золотые подвески порвались. У меня теперь нет ни одной. И капец, это круто, что мне ее подарили. Я очень рада. И тут еще есть вот такие вот классные сережки. Я не знаю, видно или нет, но они в виде лица. Спасибо большое, это правда очень актуальный для меня подарок. Следующий подарок. В нем лежал конверт с деньгами. Но помимо этого еще и... лосьон или что это? А нет, это, кажется, умывалка для лица, как я поняла. И бутылочка. Кто не знает, я теперь хожу на спорт, поэтому мне это тоже очень нужно. Далее, далее. Милая кофта милой Саре от Аялы. О, капец, это классная кофта. Ну, как вы знаете, я очень люблю кофты и хожу в основном в кофтах, но это как бы кофта, но это милая кофта, то есть она более-менее женственная, не как я обычно ношу, и мне очень нравится ее цвет. Спасибо большое, Айла! Итак, тут у нас лежит записка Саронди от Сабинянки, Боси и Даура. Занимайся спортом, носи наши фейсы и будь счастлива. Ну, давайте посмотрим, что они намутили. Тут два пакета. Сначала я открою вот этот. Капец, это круто, классно, офигенно. Просто посмотрите, какой он классный. Это спортивный топ. И еще один пакет. Тут я, как вижу, это худи нежно-розового цвета. Что? What the fuck? Просто
попросили. Это наша общая фотография. Что? Почему же ты фотошопленный босс? Короче, это наша совместная фотография, которую мы делали на фотоохоте. Мы тут в одежде, но на нас купальники, и мы якобы сфотались на мойке. Тут еще какие-то значки. Боже, это такой угар. Просто посмотрите, какой это худи. Как обычно, Сабина самая креативная, только, мне кажется, она могла такое придумать. Спасибо! Теперь я буду носить наши фейсы на себе. Следующий подарок от моего друга Субады, но перед этим небольшая предыстория. Как-то давно я закинула в историю в лучшие друзья о том, что я очень хочу себе какую-нибудь вещь из Казах Репаблик. Кто не знает, это такой казахстанский бренд. И он мне подарил оттуда, как я поняла, худи, толстовку. Я ее еще тоже не открывала, поэтому давайте посмотрим. Я как раз такую хотела, посмотрите. Капец, это офигенно худак. И я очень давно хотела себе какую-нибудь вещь именно оттуда. И, блин, я так рада, спасибо большое, Субат. И прикол в том, что я вообще не думала, что кто-то запомнит и вспомнит о той истории. И поэтому, когда моя сестра Газиза спросила меня, что я хочу прям напрямую, я ей сказала, что хочу что-нибудь из Казах Репаблик. И она мне тоже подарила вещь оттуда. Но, к моему счастью, они подарили разные кофты, то есть у Субады это худи, она мне подарила свитшот, и он подарил красного цвета, а она такого светло-зеленого. Сейчас мы ее тоже откроем. Боже, я так рада, просто чекайте. Еще одна кофта, свитшот из Казах Репаблик. И это классно, что они обе не черные, не белые, а вот такие вот необычные. В общем, я бы сама не купила что-то оттуда, но, блин, я так рада, что мне это подарили, и я счастлива. Ну все, ребят, теперь я могу приступить к самым-самым интригующим подаркам. Наверное, я начну с подарка от Раиды. Открываем. Я правда без понятия, что там. Я не знаю, как это открыть даже. А, все. Давайте. Вы смотрите первый. Раз, два, три. Это просто капец. Первое, что я хочу вам показать, это что-то от Michael Kors. Я догадываюсь, что там. Скорее всего, это кошелек, потому что Рейда знает, что мне нужен был нормальный кошелек. Смотрите, она мне подарила кошелек из Michael Kors, еще моего любимого светло-розового цвета. Блин, это реально круто, потому что я хожу с каким-то мамическим кошельком, и Рейда все время на меня наезжала, мол, купи себе нормальный, и она мне подарила нормальный. Нехило, нехило, подруга, тут даже пакет от него лежит. Но это не все, ребят, тут еще лежит какая-то вещь. Еее, почему так классно? Капец, крутая футболка, у меня, кстати, нет ничего от этого бренда, и, блин, Раида, ты крутая. И тут еще лежит какая-то кружка, на которой написано Instagram. Это не просто кружка. Кстати, это кружка от Juicy Couture. Ты что, мажорка или что? Это кружка, и в ней еще 6 кисточек. Кстати, кисточки на самом деле мне тоже очень нужны были, поэтому капец классно. Раида, спасибо тебе большое за такой офигенный подарок. Он реально крутой, и я правда не ожидала, поэтому... И, наконец, я могу приступить к последнему подарку от моих подруг, которые, к сожалению, не в Алмате, от Алисы, Хирины, Дании. Я тоже понятия не имею, что там, но мы с мамой ставили ставки, что там картина. В общем, давайте я открою, и мы все вместе узнаем, что же там. Я сдаюсь, я пошла за ножницами. Боже мой, объясните мне, что это. Напишите в комментариях, как вы думаете, что там до того, как я открыла, потому что я понятия не имею. Капец, много скотча, что я даже не знаю, откуда это открывать. Офигеть, офигеть, офигеть! Офигеть, офигеть, офигеть! Капец, 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 ребята. Смотрите, это, короче, вывеска неоновая со словом King. Капец, капец, это круто, офигеть, это круто, это очень круто, это прям капец круто. Офигеть, я капец хотела себе давно такую фигнюшку, и, блин, капец. Давайте посмотрим, как она светится. О, капец, крутяк, смотрите. Капец, вы видите это просто? Капец, это классно. А-а-а.
Блин, капец, девочки, я правда не ожидала, что вы пришлете такой офигительный подарок. Просто спасибо вам огромное, я в шоке, вы просто лучшие. Можно она теперь вот так со мной постоит? Типа, это мой фон. Ну все, на этом было все видео. Я надеюсь, вам оно понравилось. И спасибо вам всем за просмотр.